Вот обратите внимание, вот это винт Архимеда. Он бьет вас по голове, на скорости вы работаете одной рукой. И опять даете ему возможность, и опять вы его пропускаете. Старайтесь работать как левой рукой, так и правой. Смотрите, над головой, да, вот оно все. Вот клин. Отработали на настоящем предмете. И опять вот вы начинаете работать. Вот делают движения, вот они. Чем быстрее вас бьют, палка эта будет проходить мимо, и вы будете, это шнек, совсем по-другому расстояние от витков вот этих клин. Здесь уже мы делаем шнек, да, шнек. Это улитка, то есть я вот вращаю на себя, от себя. Умылся и отдал на противника, умылся и плеснул на противника. Но мои глаза постоянно вот меряют расстояние. На себя умылся, косточка прошла, от себя умылся. Видите, его не видно, не вот так, а вот так. При защитах нужно минимизировать потери.